Ну вот смотри, дело до чего дошло. У меня, я, конечно, работал, книгу эту издавал я для того, чтобы мне продолжать свою работу. За счет этой книги я мог как-то осуществлять какую-то коммуникацию. Я в Россию съездил, расследовал дело одной общины, которая в наш, ну не в наше время, это где-то лет, наверное, около 20 назад, можно сказать, репрессировали в Сибири. Пастырю дали 10 лет, деканам по 5 лет дали, обвинили их в жертвоприношении человеческом, что оказалось подтасовкой. Вот я зачитал, ездил к ним, расследовал это дело, потом в Конгрессе я зачитал доклад. Я смог это осуществлять за счет книги. Я реализовал книги в церквях, иногда у меня получалось, я за неделю мог на книге заработать, ну так, на дело заработать, там, 1500-2000. Но я все это выходные не мог, я же работал, у меня работа была дженитор. По выходным в основном больше работа. Но выберу, когда там дети смогут остаться, помочь за меня отработать с женой. Я тогда ездил в DC, там еще где. Все за счет книги. Ну, были пожертвования, конечно, я не скажу, что не было, были, но на счет этих пожертвований много не разгонишься. То, сам знаешь, гостиницу сколько стоит отснять, или в DC тем более. Самолет, проживание там и прочее. А если ездить там через каждые там 2-3 месяца, то это уже будет серьезно. Но поехать в Россию там или на Украину, это еще серьезнее. Я и на Украине был, и в России был, по расследованию некоторых моментов. Сейчас я это делать не могу. Вот поэтому у меня возможности сейчас нет заниматься этой деятельностью. Я имею в виду возможность в плане то, что я не в состоянии, я работаю драйвером, но понимаешь сам, что такое драйвер. Да. По всей Америке день и ночь за рулем, приехал домой, неделю побыл, отошел и опять в рейс. Ну, в 73 года это мне уже, конечно, тяжело, но выхода нет. Вот сейчас не то, что на деятельность. Я сейчас с ужасом представляю себе, когда я не смогу работать. Это для меня, это, мне мать тоже говорит, а что ты будешь делать? У меня пенсия $385. Она на самом деле 500, но там за медицину высчитывают $140, там 500 с чем-то. Вот я себя старость свою в нерабочем состоянии воспринимаю просто с ужасом. Но дети, надеюсь, будут помогать. Но пока я вот работаю. Конечно, хотелось бы поработать в этом плане то, что я к чему был призван, что я могу делать. Это пока. Ну хорошо, что войдет в состав новой книги? Ну, во-первых, я хотел закончить вторую книгу. Чем она будет? У меня многие спрашивают, когда вторая книга будет. Но я говорю, я вот наметки там кое-какие сделал, но я не могу ее закончить. Ведь просто книгу написать, ее можно написать там, ну, за 3-4 месяца, за полгода, но это не книга будет. Книгу написать, она пишется как? Ты написал текст, там, воспоминания или свои мысли, что-то, редактируешь, потом дал ей отстояться, как называют, да, дозревать. Потом поднял ее через месяц, через два, и ты уже видишь, где это надо дополнить, где убрать их, где надо исправить. Потом еще дал отстояться. Лев Толстой «Войну и мир» 12 лет писал. Вот. Я вот эту книгу «Огненные тропы» писал 2 года. Редактировал, что-то дополнял, что-то усиливал, что-то считал неважным, убирал. Но и то я вижу, там еще надо было над ней работать. Вот. А вторую книгу я хотел по архивам
И еще я хотел историю написать нашей миграции с той стороны, с которой я ее видел и где я проходил. Другие могут, конечно, с своей стороны написать то, что они видели, что они прошли. Но дело в том, что как бы не было, последнюю точку в вопросе исхода пришлось делать мне. –